конце прошлого года в Видном произошло долгожданное событие. Закончилась реконструкция пространства вокруг кинотеатра «Искра». Теперь эта территория привлекает еще больше горожан, которые проводят здесь свой досуг. Но оставался вопрос, что же будет с самим кинотеатром и обретет ли он тоже новый вид. В январе и эта ситуация сдвинулась с мертвой точки. На объекте появились первые рабочие, установили строительные леса и приступили к реконструкции фасадной части. Первый материал начал поступать в конце февраля, числа где-то 20-го, наверное. Сейчас смонтированы крупные элементы на первом этаже, грубо говоря, так. Подвезли материал для облицовки стен большого зала. Потихонечку монтируются профиля направляющие. Большинство панелей еще находятся в защитной пленке, но уже можно иметь представление, каким будет кинотеатр. Некоторые стены вот такого вот красивого молочного цвета. Как и планировалось, фасад кинотеатра будет двух цветов – молочного и серо-коричневого, что по стилю подходит к концепции прилегающей территории. Рабочие делают свое дело достаточно быстро, поэтому специалисты уверены – объект сдадут в срок – до 1 мая. А может и раньше – все зависит от поставок материала. Печальная новость для любителей фильмов. В связи с эпидемиологической обстановкой 17 марта кинотеатр «Искра» закрыл свои двери для посетителей. И пока неизвестно, на какой срок. Пока конкретных сроков, когда мы возобновим свою работу, нету. Как только утихнет, так сразу ждем в гости. Чаще мойте руки, следите за своим здоровьем. Будьте здоровы. А главное, не паникуйте. Если соблюдать все рекомендации специалистов, то совсем скоро мы все сможем возобновить свой привычный ритм жизни и продолжить посещать кинотеатр «Искра», который, в свою очередь, готовится радовать нас не только фильмами, но и внешним видом. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.